Привет, друзья! Вы на канале Вкуснейшн с Ланой Лановой. Пока сезон тыквы в разгаре, спешу с вами поделиться еще одной заготовкой на зиму. Сегодня будем готовить ароматную тыкву с экзотическим вкусом манго. Рецепт очень прост в приготовлении, но результат превосходит все свои ожидания. Приготовьте, вам этот рецепт обязательно понравится. Такую тыкву я использую зимой для приготовления пирогов, пирожков или же просто мы ее едим ложкой из банки. Для начала подготовлю тыкву. Я ее очищаю, убираю семена, а затем нарезаю средним кубиком при помощи фигурного ножа. Подготовленную тыкву отправляю в большую емкость и займусь цитрусовыми. Для этого беру один апельсин, один лимон, заливаю крутым кипятком на 1 минуту. При помощи ложки я их переворачиваю. Теперь промою под проточной водой нектарины и апельсин. Достаю лимон из кипятка, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю средним кубиком. При этом удаляю все косточки, но кожицу с апельсина и лимона я снимать не буду. Также нарезаю апельсин. Беру второй апельсин. С этого апельсина я обязательно снимаю кожицу и обязательно удаляю белую мякоть. Нарезаю его средним кубиком. А теперь время заняться нектаринами. Нектарин разрезаю пополам, удаляю косточку, слегка вырезаю мякоть и нарезаю средним кубиком. Добавьте нектарин в эту заготовку, вам обязательно понравится. А теперь начинаю все соединять. В большую миску отправляю тыкву, добавляю сюда подготовленные апельсины, лимон и нектарины. Всыпаю лимонную кислоту и сахар. Теперь все необходимо перемешать при помощи ложки или же можно одеть перчатки и перемешать все хорошо руками. И всю эту красоту я буду оставлять настаиваться от 4 до 6 часов. Ну что, у меня прошло ровно 6 часов. Посмотрите, сколько много образовалось сока. Беру чистые сухие банки. Банки я промываю содой. Их высушиваю, а крышки кипячу. И начинаю их заполнять тыквой до самого верха. А оставшийся сок или сироп разливаю равномерно по всем банкам. Банки прикрываю крышками и отправляю их стерилизоваться в кастрюлю. На дно кастрюли кладу салфетку, заливаю банки теплой водой и с момента закипания воды в кастрюле стерилизую их ровно 20 минут. Ну что, у меня прошло 20 минут, посмотрите, какая красота получилась. Эта заготовка готовится очень просто, но зимой она вас выручит всегда. Приготовьте, вам этот рецепт понравится. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить... новые интересные видео. А также подписывайтесь на мой второй канал и заходите в группы. А вам всем скажу, готовьте как я, готовьте лучше меня и экспериментируйте на своей кухне. Всем пока-пока!